Сегодня мы будем тестировать некоторые функции разных смартфонов. Итак, господа, я хочу, чтобы вы взяли лежащие перед вами смартфоны. Вы когда-нибудь пользовались такими моделями телефонов? Вот вы когда-нибудь пользовались такими моделями телефонов, Дэйл? Я однажды поглядел на этот телефончик, и дочка дома оставила, но ничего не понял. Да, я говорил своей жене, что мы отстали от жизни. Так, господа, я хочу, чтобы вы включили камеры на своем телефоне и направили их на меня. Вам нужно будет сделать фото. Оу. Хорошо. Вы должны видеть меня на экране смартфона. А я вижу спину твою, а лица нет. Она вон в зеркале, вон в том. Поднимите камеру повыше. Вы нашли фотокамеру? Да. Вы должны найти мое лицо. А как сюда нажимать? Вы нашли, на какую кнопку фотографировать? Вот она вроде... Оу. Погода. Температура не изменилась. Ну вот, опять пропало. Все готовы сделать фотографию моего лица? Так, когда я улыбнусь, сфотографируйте меня. Ладно? Готовы? Кто сделал мое фото? Кто из вас? Вы написали слово «нога». Дайте посмотреть. Довольно неплохо. Смотри, я фотку сбацал. Что вы думаете, Бен? Думаете, Эд умнее вас? Посмотри-ка на того парня, что с ним? Новый Xperia X10 с функцией распознавания улыбок. Технологии и развлечения в одном.